Всем привет, с вами Сид, и сегодня мы посмотрим на игру под названием Dude, Stop. Привет, игрок, ты слышишь меня? Постарайся сменить, типа, звук. Раз-два, проверка. Все готово? Теперь меня слышно? Эй, а ты заметил субтитры? Я их пишу в реальном времени. Неплохо так, а? Смотри, я могу даже пить то с крыльями. Ну как, я справился? Хорошо, продолжим, когда будешь готов. Это такое начало, в общем-то, игры. Игра называется Dude, Stop, типа, чувак, стой. Вот такое вот необычное начало, вы это видели. И изменить разрешение экрана. А, громкость, голос, русский, субтитры есть. Размер субтитров огромный, давайте сделаем. Так, разрешение все хорошо. Расширенные? Ё-моё. Единица изменения метрическая, да, назад. Все назад. Ага. Ну что ж, вот и начало. Давайте-ка начнем играть. Привет, новый игрок. Спасибо за участие в моем тесте. Просто следуй моим инструкциям, и все будет хорошо. Можешь нажимать на начать? Могу? Ну давай же. У тебя получится. А если я не буду нажимать? Всего один клик. Да я не хочу. Эй, нажимай же. Просто сделай это. Не позволь своим... Короче, я сам нажму. А, слабак, сдался. Хорошо, почитай правила, но без меня не продолжай. А то, что ты еще сломаешь. Вы, дети, вечно что-то ломаете. А мне пока нужно кое-кому позвонить. Какой там был номер? Может, 371? 895? Так. Подожди. Мышка типа хорошо, таким плохо джойстиком. Выход из игры 156, там все говорит номер. Так, выйти отсюда хорошо, компом выключением нехорошо. Escape хорошо, Alt F4 тоже нехорошо. Кстати, рекомендую Alt F4, если вам надо закрыть какое-то предложение. Отлично закрывается. Смотреть можно, трогать типа нельзя. А, ну и все заново. Ну, начать. И? Смотреть можно, трогать нельзя. Надеюсь, игру там ничего не трогает. А, мне ждать или разбивать? Вот как бы вы хотели? Ну, так охота разбить. Да блин, разбивайся ты. Что это было? Что? Я на 10 секунд отвернулся, а ты уже ее разбил. Что ты вообще тут делаешь? Ты должен был ждать на предыдущем экране. Ладно, нарисуй новую вазу. Просто не продолжай без меня. Этот звонок очень важен, так что... Просто сиди на месте и ни на что не нажимай. И... 9. Супер. Привет. Я нашел нам нового тестера. Да, сидит там, делает все, что в его силах. Алло? Алло? Тебя не слышно. Ты тут? Ты тут? Нет, одни помехи. Алло? Алло? Алло, тебя не слышно. Что я должен делать? А! Мне кажется, или игрок... Не-не-не, все хорошо. Насчет пари, это тестер подойдет?
Да, я все еще думаю, что этот не подведет. А, кстати, ты так и не сказал, что мне нужно будет сделать, если... Ага. Да. Стой, что? Нет, я не буду это делать. То есть, да-да, конечно, этот тестер будет послушным. Как и все. Но это же... унизительно. Ладно, ладно. Я... хватит на меня давить. Я согласен. О, я вернусь к игроку, увидимся. Тестер. Да, я здесь. Игрок. Что? Да, я здесь. А, да? Я только что заключил пари, что ты будешь послушным, а ты уже провалился на каждой задаче. Типа... Ладно, послушай меня. До тебя было 15 людей, и все хорошо справились. 15. Даже не смей пытаться быть каким-то особенным и портить мне игру. Понял? Ой, это собирать надо? Отвечай, когда я с тобой разговариваю. И даже не смотри. Да я не могу на нее не смотреть. 17? Я 17? 17? Что сделать-то? Не кликай пока что и слушай. Ну, слушаю. Говори. Player? Игрок. Player? No! Нет, стрелочка, it's она же не должна... А, я все понял. Ты собираешься играть по правилам, да? Отлично, отлично. Вот что я получаю за свою доверчивость. Я мог и сам все это протестировать, но нет. А зачем я пригласил тебя? И согласился на этот дурацкий пари. Зачем я это сделал? Уже вижу, как ты будешь все портить, смеяться над моей, надо мной, а затем прочтешь прохождение в интернете, чтобы быть худшим. Ты не будешь это делать. Не в моей игре. Ты вонючий кусок. Спасибо за игру. В смысле? Да нет. А что делать? А, escape? Стой. Я не слишком к тебе жесток? Может, ты просто не знал, что делать? Или кошка на клавиатуру наступила? Или, может, хороших решений не было? Ну, или это была случайность? Всякое бывает. В общем, мне нужно тебя наказать. Ничего личного, просто ты плохо справился, и я не хочу, чтобы это повторилось снова. И? Что мне тогда делать? Ну? Вытаскивай с мусорки, он твой. Кто? Кубок? Воняет как кубок с мусорки. Чувствую, что будет так весело. Поставь его вот сюда. И он будет всегда, всегда наслаждаться видом. Что? Почему открываются наборы? Иди лучше, титры посмотри. Да, было бы неплохо. Так, кубок с мусорки. Советую помыть руки после того, как дотронешься за то, что были чудовищем на 100%. Кусочки пазла. Соберите кусочки пазла, чтобы открыть головку в наборе с пазлом. И? Новое. А, хорошо. Можешь смотреть, но не трогать. И это тоже ромб. Это ромб. Пройди пазл, чтобы открыть это. И это тоже ромб. Начать? У тебя недостаточно кусочков. Ищи их по всей игре, а потом возвращайся. Ладно. А, вот это? А, набор 3. Хороший кубок, иди получи его. Тигр, быть лучшим на 80%. Лучший результат 0. Ну, начать. Начнем с простого. Ты запросто должен это решить. Так, пазл нашел. Че, я должен это сюда?
Но это просто. Ты выполнил сайд-квест. Ну, скорее бесполезное задание. Не знаю, короче, вот твой кубок. И чтобы ты знал, достижения и кусочки пазла сохраняются автоматически сразу после того, как ты их взял. Так что даже если ты покинешь набор, они все равно останутся. Ладно. Хорошо, письмо было неплохим началом. Носок. А, нет, сандали на босу ногу одеваются. Ура, вижу, ты знаешь первое правило моды. Конечно, ни в коем случае на носки не девайте сандали, это же вообще мерзко. Так, слышал когда-то про эффект бабочки? Вот так, что ли? Ты делаешь неправильно. А влевельно. Блин, ну ладно. К твоему сведению, это не изменит игровой шип, я убрал эту возможность. Потому что в тесте выбирали неправильный, и после этого уже было невозможно играть. А какой выбрать? Ариэл? Я рад, что у тебя есть хоть какой-то вкус. 6 плюс 5-бальной шкале, ну спасибо. Так, ты еще одна финишная прямая, еще одна задача. Что сделать-то? Нажать кнопку? Как всегда говорил мой дедушка, ты прав, черт возьми. Ладно. Ну, легендарная это отсылка, кстати, к сериалу «Как встретил вашу маму». Да, да, вот так ты должен играть. И за это ты получишь трофей. Я отправил тебе его по почте. Скоро должен прийти. Где мой трофей? Любую минуту. Да, где он? Ну, как жизнь? У меня нормально. И играл недавно в какие-то игры. Может, какие-то простенькие, перевряд? Вам пришла посылка. О, слава богу, открывай. Или подождать. Она тебя ждет. Я пока не буду открывать. Послушай, посмотрим, что он скажет. Но не молчи. Ну, не молчи. Че, ничего не скажешь, что ли? Ну ладно. Ой, это че? Стой, это не то. Там должно быть что-то еще. Вытаскивай дальше. Бита? Это для моей тещи. Дальше должен быть твой кубок. А, клюшка? Ну, наконец-то. Ты вытащил длинный кубок. Отлично. Стой, почему он все еще закрыт? Он же должен был быть... Странно. Так, за то, что ты самый худший, сломать все, быть чудовищем на 100%, лучший результат 20%. Начать. Okay, хорошо, попробуем again. Еще раз. Прилепи ее вон там. Думаю, тебе нужны очки или даже телескоп. Типа я плохо это сделал? You know прошу, скажи, что ты знаешь, как носить сандали. Конечно, нужны носки. Опа. Сандали на лето, теплые носки на зиму. Уже позвонили в полицию моды. Сейчас я буду неправильно... А, ну тут я правильно сделаю. А тут нельзя. Тут нельзя. А, тут так надо было. Ну ладно. Дальше. Тут мы выберем комиксо. Идеальный шрифт для комиксов о твоей грустной жизни.
Я, короче, понял, здесь надо было... Вот так вот видео будем снимать. Твое домашнее видео. Короче, я вот там правильно сделал. Опа. Твой приз пришел. Видишь алмаз? Вижу. За твою усердную работу над набором. Смотри внимательно, он слева, а теперь... Сюда. Вот он. Я соврал, это не алмаз. Ты портишь свою игру, тебе нечего... С чего тебе давать алмаз? Ох, и так смешно. Ты бы видел свое лицо. Маленький кубок мне подарили. Ладно. Хорошо. Может мне включить процесс? Нет, пока рано. Сейчас открою новый набор. Хочу, чтобы ты прошел пару тестов. Так, а это открылось? Ну-ка, начать. Типа 3 из 20. Солнышко. Ой, как мило. Назад. Так. А, новое. Я здесь, кстати, не все, да, открыл? А, короче, надо все плохо сделать. Давайте плохо все сделаем. Ну-ка, начать. Это плохо. Ты отлично справился с этим. Ужасно. Юмор, отличная доставка. Все, давайте дальше. Давайте дальше. Носки. Носки, я сказал. Потом сандали. Да. Следующую. И в обратную сторону. Дикарь. Всегда ты делаешь что за то, что захочется, да? Шериф. Комик Сонс. Мы точно знаем, что он неправильный. Нет, не буду другой выбирать. И сделаем кверху ногами видео. Пойдет. Брутально. Я знаю, что я проиграл. Ни одного правильного ответа, и поэтому я должен что-то получить. Так. И назад. Деревянная чашка. Ты настолько ужасен, что даже металлический трофей не заслужишь. Вот тебе кусок дерева за то, что ты был чудовищем на 100%. А вот это быть лучшим надо на 100%, чтобы выполнить. Я тогда облажался, короче, с... Как ее? С доминошкой, не в ту сторону. Отлично, да. Я все сейчас быстренько это сделаю. Ну давайте, следующее. Так, просто сандали без носков. Идеально, конечно. Сейчас все будет. Посоветовать игру и своим друзьям? Мог бы, конечно, посоветую. Прикольное. Да. Мне, кстати, эту игру посоветовал подписчик в комментариях. И я ее снимаю в этот же прям вечер. Посмотрел, мне она понравилась. Думаю, дай-ка сниму ее. Так. Выберите шрифт. А, Ариал, я знаю, что подходит, ему он нравится. Да. Сейчас я выбью все на 100% положительные ответы. И, конечно же, вот. Вот так. Все. Готово. Готово. Отлично. Все. Вот, я все получил. Новое, давайте дальше. Угу. Так, здесь чего-то. А, безнадежный. Рожден, чтобы быть тупым. Быть чудовищем на 100% лучший результат 0. Давайте попробуем. Перед тем, как начнем, я расскажу тебе историю. Жили себе три поросенка. Один поросенок построил домик из соломы. Второй поросенок украл птичье яйцо и пожалел об этом. А третий поросенок постоянно портил мои чертовы задания. Но знаешь что? Поросенки не играют в мою игру. И какое совпадение, у меня тут есть небольшой тест, чтобы проверить, являешься ли ты одним из них. Меня даже не спрашивай, я просто буду тихонько осуждать тебя в этом углу.
Тест на возраст? Что? А, ну давайте. Открываю. Что из этого правильно? Земля плоская или круглая? Точнее, не круглая, а шарообразная. Мне как отвечать, правильно или неправильно? Давайте правильно попробуем. Конечно же, Земля шарообразная. Да, я такой. Что из этого правильно? Земля вращается вокруг Солнца или Солнце вращается вокруг Земли? Конечно же, второй вариант. Шучу. Первый. Земля. Да, действительно. Вакцинация может вызвать аутизм, да или нет? Ну нет, наверное. Ага. Да. Хорошо. Это правда, что мир контролируют люди-ящери? Ну блин, ну конечно же это правда, но говорить об этом в открытую нельзя, правильно? Так что нет. Ага. Да, а то нас узнают, что я правда говорю про людей-ящеров. Твоя яблоко, твое яблоко. Даже не знаю, даже не знаю. Пусть будет твое. Yeah! Да. Звезда, это имя для мальчика или девочки? А, зель, да ё-моё. Для девочки. Oh! Ладно, правильно. Что из этого разрешается делать, когда играешь в видеоигру? Отправлять запросы о дружбе в соцсетях, буквально все остальное. Первое? Нет? Ладно. Вообще-то сейчас в некоторых играх можно отправлять запросы на дружбу, ну ладно. Вы верите, что иллюминаты контролируют все, даже игры? Да, и да. Ладно. Окей. Done. Закончил? Вот твои результаты. Ага. А, почти все, кроме одного, правильные. Ну да ладно. О, бедняга, этот интернет с тобой такое сделал. К сожалению, ты не пройдешь, пока не получишь идеальный результат. Ну давайте еще разок начать. Последний результат был неплохим, но я знаю, ты можешь лучше. Вот это. Потом. Подожди, я ж тут хотел найти головоломки. Ладно. Да. Да. Твоя. Мальчика. Так. Finished? Закончил? Посмотрим, как ты справился. You failed. За экзамен ты звонил, но не волнуйся, ты все еще можешь участвовать в церемонии. То есть мне вот эту штуку дали? И вот твое будущее, забирай. А, типа в Макдональдсе, да, буду работать? Мне, пожалуйста, номер 12 с собой. Ну да, намекнул, типа, моя работа меня в будущем ожидает в Макдональдсе. Но нет, нет, нет. Все потому, что он работает, остальные части игры закрыты, так тебе и надо. Ага. Но нет, я сейчас начну заново. Какой смысл? Все равно завалишь? Нет, я сейчас отвечу все правильно. Решил еще раз дать экзамен? Хорошо, можешь начинать. Давайте. Так, земля вот такая. Ага. Следующее. Потом вот так. Угу. Затем нет. Угу. Затем нет. Да. Твое. Угу. Девочка. Угу. Буквально все остальное. Угу. Все, готово. Закончил. Посмотрим, как ты справился. И ты прекрасно справился. Ты сдал экзамен. Поздравляю. О, мои детишки, они так быстро растут. Это такое достижение для тебя. Отличная работа. Я так тобой горжусь. Нет, не горжусь. Каждый человек в здоровом уме сможет сдать этот экзамен, так что особо не радуйся. Но поздравляю тебя, ты нормальный. Готов поспорить, что ты не знал, что это называется академическая шапочка. Я знал, кстати говоря, что это называется академическая шапочка. Keep going like this and we can win that bet.
Подумай только, ведь я теперь хотел использовать только в тебя процесс утка. В общем, забирай. Так, хорошо, мне, короче, надо еще пройти вот это 100% быть плохим, и это надо на 20 секунд. То есть, что надо... Погнали, по-быстрому экзамен на 20 секунд. Мне надо очень быстро ответить все неправильно. Погнали, начать. Ай, вот так. Вот так. Да. Твоя. Мальчика. Вот это. Готово. Закончил? Вот твои результаты. Я успел за 20 секунд? Назад. А звезду почему не дали? Погнали по-быстрому. Экзамен на 20 секунд. Может, типа, правильно надо быстро ответить? Ну хорошо, давайте я правильно быстро отвечу. Вот так. Вот так. Вот так. Нет. Нет. Твое. Девочки. Буквально все. Успел? Ну же, пожалуйста, скажи, что я успел за 20 секунд. Назад. Да блин, ну как так? Нет времени объяснять. Погнали. По-быстрому. Экзамен на 20 секунд. Я что, серьезно, не успел? Еще раз хочу попробовать. Concentrate. Yeah. Yeah. Ага. О, то, что ты пытался получить дополнительные очки за скорость, но я забыл запустить секундомер. Ой, слышь ты, неважно, сейчас я тебя оценю. Он что, офигел, что ли? Я тут старался. Назад. Да в смысле? Он что, издевается? Еще раз. Да ты чё, ты, если ты сейчас не запустишь секундомер, я тебе вообще наваляю, понял? Я тут, блин, изо всех сил пытаюсь. Это же неудобно. Ага, какой глупенький, слово забыл запустить секундомер. Еще раз. Ай, и вот твой результат. Ты чё, падла? Да сколько можно? Он что, издевается надо мной? Я хочу эту ачивку. Да. Я, да. Ага. Попробую еще раз. Ну давай, нет. Нет. Твое. Блин. Закончил? Вот твои результаты. Черт. Так, все, надо собраться и уже сделать это. Погнали. Another try? Да, я попробую. Yeah! 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 Okay, okay, ладно, fine. Ладно, ладно, хорошо, вот. И теперь я тебя оценю. Again. Снова. Наконец-то. Все, мне дали ачивку. Спасибо, спасибо. Ой, ладно, давайте продолжим в следующей серии. Игрушка вообще прикольная, конечно. Столько всяких фишек здесь. Будем, наверное, продолжать ее. Мне она прям понравилась. Здесь есть такое... Какая-то изюминка в ней есть. Продолжим уже в следующей серии. Что же, оценивайте это видео, если вам понравилось или не понравилось. Подписывайтесь на канал, на паблик ВК. И смотрите продолжение. Всем удачи, друзья.